В театральном ковчеге новый сезон открывают спектаклем про мою маму и про меня, но перед премьерой с труппой встретились исполняющие обязанности главы округа Сергей Тостановский и заместитель главы Ольга Дударева. Они поблагодарили коллектив театра за огромную работу, которую театральный ковчег проводит вне стен театра, участвуя и организуя масштабные городские события, и особо отметили работу с молодежью. Наш театр один из первых начал активно участвовать в таком мероприятии, как Пушкинская карта. Министерство культуры Московской области попросило расширенную справку, как театральный ковчег с 73-местным залом вышел в Московской области на второе место после губернского и такое количество школьников привлек вообще к классике. И теперь на всех учебах, когда мы пересекаемся на коллегиях, говорят: вот, всем пример Сергиево-Посадского городского округа. Только сотрудничество с департаментами образования плодотворное. И культура, и образование в одном направлении смотрят. Возрождаете патриотизм молодежи нашей с детства, то, что сейчас и требуется. А потом мы можем плавно привести к тому, откуда появляется театральный зритель даже здесь. Это ему кажется, что легко наполнить 73-местный зал. А если мы мечтаем, не мы мечтаем, а зрителям, жителям это нужно, то вот чтобы эту театральную публику воспитать, они должны воспитываться на этом с детства. Новый спектакль Марии Журавлевой про мою маму и про меня тоже для семейного просмотра. Зная этого режиссера, Маша действительно ставит очень классные спектакли, я ожидаю чего-то прям очень душевного. Погружение в атмосферу спектакля «Советские времена» началось еще в фойе. У меня этот уголок ностальгию вызвал. От спектакля, ну, наверное, что-то такое и будет. Будем вспоминать прошлое. Где-то печалиться, а где-то радоваться. 5 историй, рассказанных школьницей Леной, будут понятны и тем, кто жил в Советском Союзе, и тем, кому сегодня 12-13 лет. Ведь вопросы и переживания главной героини о вечном. Каждый человек чего-то хочет от жизни. Вот мне, когда было 10 лет, я впервые задумалась... Чего же хочу я? Режиссер Мария Журавлева говорит, история зацепила ее прежде всего как маму. Мы, когда вырастаем, иногда забываем то, что нас так волновало в детстве. С высоты прожитых лет какие-то детские события кажутся пустяшными, но тогда, в детстве, они были для нас очень важны. Так же, как сегодня они важны для наших детей. С замиранием сердца на одном дыхании. Так здорово, так мне понравилось. Мне тоже очень нравится, мне вообще нравятся работы Маши Журавлевой. На какие-то они у нее вот новые, свежие, вот веяние такое. Но мне очень нравится ее. Мне показалась очень простая и очень проникновенная история. Да, конечно. Спектакль про мою маму и про меня – еще один повод прийти в театральный ковчег всей семьей. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».